Азиата украли. Азиата украли. Навались давай! Я не вижу иноксов. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Рэйчел? Вот она! Тейлор. И скоро она либо выблюет, либо высхит, либо у нее из живота чужое вылезет. Ты жива? Не веришь, солдат? Класс! Когда он кинулся обнимать свою тёлку, его старшина в итоге сам двери закрывал. Зашибись! Сначала старшина говорит, давай, мужик, ну вались, закроем, скоро будет жарко. Вот тут увидел свою тёлку, кинулся к ней, старшина теперь сам закрывает двери. Ну... Он все понял, когда увидел их не глаза, он все понял. А вообще, наверное, он все еще в шоке от того, что здесь Тейлор живая. Они же тебя утащили. Где Эрик? Он мертв. Он мертв? Ну и хорошо, не придется перед ним оправдываться. Да? Ну, на самом деле, все намного сложнее. Мне кажется, теперь Нигеру не светит. Он был норм, мужик. Да не гони ты, Ник. Я же говорю, что ты о нем думал. Видишь? Ему больше... Что о, начинается. Рэйчел. Скажи. Он погиб, спасая тебя. Держался до конца. Это веревка. Не Эрик. Вот сейчас произойдет то, про что я, кстати, умолчал. Ну ладно, потом расскажешь, потому что я, собственно, есть... Не знаю, давай, ладно, давай с этим. Я так не зря, что сейчас произойдет именно то. Я знаю, зачем, что я тащил сюда, конечно, зря. Что с ней? Она заражена. Она превращается в монстра. Зачем ты ее привела? Ей нужна помощь. Ей не помочь. Ей здесь не место. Да, нужно. Стой! Это одна из нас. Отойди, Рэйчел. Джейсон прав. Опасно брать ее с нами. Ты слышал? Отойди. Джейсон, прошу. Не надо. Из-за тебя. Несите ее в палатку. Живо! Пушка. Ебаные сыкуны. Отложи пулю для подруги. Да! Понимаешь, у нас новые отношения с ней. Поэтому-то ни герой не светит. У нас этот момент был, понимаешь? Ну, как всегда. Да. Нам нужен генератор! Без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! То есть ты знаешь, да, что вообще с ней происходит? Да, я кое-что видел. Ну, я не могу понять, кто видел тогда? Салим опять? Нет. А за кого ты играл, чтоб ты что-то видел? Ты видел спойлер-спойлер? За солдатиков. За каких? За этих? А тогда, да. Тогда почему никто из них не сделал то, что должен был сделать? Я не знаю. Я как старшина, которая кое-что видел, могу сказать, что лучше от этого кое-чего избавиться прямо сейчас. То есть моя версия с чужим, там другое, да?
То есть там и вампиризм реальный получается, да? С мутацией. Там как бы... Ладно, 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 мне прям любопытно стало, не говори, хорошо, хочу увидеть это тогда, ладно. Ты фейбл играл, я не знаю, как объяснить, чтобы тогда не шибко заспойлили. Ну, в первый, третий играл, второго не играл. Во все. А, ну, а ладно, а при чем тут фейбл? Ну, потом поймёшь. Ладно. Они уже внутри, значит, больше не впускай, даже по приглашению. Юмор, блядь. Клариса? Черт, уже одна из них? Здесь никого нет! Ты не пройдешь! Не, ну юмор классный же, да? Здесь никого нет такой. Ты не пройдешь! You shall not pass! Будто тех мало. Здесь заминировано? Недостаточно. Опа! Пока еще борюсь. Да. А. Вижу. Фу, напугала давай меня, бледная, идем. Блядь. Иначе жопа! Суки лезут внутрь! Не выдержит! Это наш дом! Поняли? Это все, что вы можете? Прорвались! Эти твари еще хуже крыс! Тупая куча говна! Прикинь, мне надо было сейчас психовать и вовремя кнопочки нажимать, чтобы псих сработал. Это все, что вы можете! А, у этих бревно уже сломалось, они уже повторно его там как-то используют. Мозги. Пулемет, давай, давай. Прорвались! Эти твари еще хуже крыс! Куда он стреляет-то, блин? А! Думаю, самое время сваливать. Возражений нет? Они прорывают периметр. Если есть идеи, так давай, делись. Давай, давай. Должно быть что-то. Стоп! Да! Бежим в катакомбы! Надо идти вниз! То место? Выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь! К восточным воротам! Живо, к воротам! Ну чё, суки? Лучшая твоя идея, Рэйч. Чё, серьёзно, она не работает, эта штука, блядь? Я думаю, что нет. Всё зависит от моих нажатий кнопки. Ну чё, устроим Хиросиму, блядь.
Альфа-сука, сука. Кто здесь альфа-сука? Чеховское ружье. Получил, нет? Да. Минус фонарь. О, пожарчик. Здорово. Бэм. Салим же говорил, горят хорошо. Солнце убивает, свет убивает. Слушай, ну я был неправ, баба нам так и не, пока что не помогла. Так что смерть я за нами веду. Это мы и минировали, да-да. Да? Хуя вы подготовили пути отступления. И замуровали себя, по сути. По сути, да. Был единственный выход. Не, ну, на самом деле думали, что они с другой стороны пойдут и взорвутся там, и типа проход закроется, они там не прорвутся. Типа, что мы в основной зале там, типа, ну, знаешь, себя обезопасим. Только получилось наоборот. Ну, знаешь, классика. С другой стороны, мы подмогу-то вызвали, чувак. У нас как бы, Не, ну, хотя бы будут сзади копать. А оттуда уже эти вылезут из Until Dawn. Дожить до рассвета. Потому что каннибализмом будем тут баловаться, чтобы выжить. О, так я... Кто-то из нас в него попал все-таки. Ты сейчас арабов видишь? Нет. Понял, все, нас опять разделили. Американцы, как предсказуемо, всегда ставят бомбы. Прошу, заткнись и не дергайся. Готово. Теперь похож на героя войны. Слушай, долго рассказчик не появляется, да? Не говори здесь вообще, ну, либо игра длиннее на самом деле кажется. Он же как минимум 3 раза, да, по-моему, за всю игру должен появиться? Да. Он у нас в вступлении очень долго не появлялся. Сейчас, если он сейчас вот появится и начнет карты раскладывать, это он больше не появится, значит, это финал. А попахивает... Я вижу их эти яйцеклады. А. Чтобы выжить, нам потребуется очень много героев. Или нет? Американо, они здесь. Опа. У меня загрузка. Потому что, наверное, мы сейчас столкнемся. Да, так и есть. Бас оружие. Ну, привет. Мой друг недоволен. И я заметил. Что там было? Не с места. Твой друг какой-то слишком нервный. Ёбните его. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. Не послушается, я ему в голову выстрелю. Ты не в том положении, чтобы спорить. Ну давай, рискни, блядь. Подождите, мы вы... Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли, форму какой страны одеты. Про бабу-вампира забыли. Молчать! Предлагаю просто захуярить этих уродов. Что они говорят? Ник, что думаешь? Даже не знаю. Нам нужна их помощь. Ты потому что обещал так сейчас или нет? Из-за обещания? Да, потому что я так обещал.
Я должен хоть что-то сказать. Я столько раз молчал. Да. Мы должны помочь друг другу. По-другому никак. Ты тоже видел, что мы сейчас получили зрелость? А я вот сейчас, кстати, не смотрел, я вот уже внимание на текст и на них. То есть я не видел, что сверху показали. Типа, хочешь сказать, мальчик растет? Это они. Надо открыть эту дверь. Тут единственный этот, капитан не гоняет. Ну, даже не думай. Блять, Джейсон, враг нашего врага, друг. Вперед, ну давай. Боже, вперед! Этот думает, что за дебилы? Все бросили его. Сучара развернется и начнет стрелять. Какая-то она странная. Она больна, ей нужна помощь. Идем, Клариса. Что это с ней? Что это? Ой, новый конфликт. Нет, назад. Она с нами. И на этом разговор окончен. Что происходит? Она заразна. Пусть держится подальше. Вопрос решен. Ты им веришь? Лишь глупец поверит глупцу. Может, повод, убьем его? Ей просто антибиотики нужны. Да, я тоже так говорю. Футов, а я не обращал внимания, что они погружение прописывают. Честное слово, это худшее место во всем мире. Клариса, ну, вставай! Нет, не могу. Выбирайтесь. Она ее боится. Или я, знаешь, просто так... Фу, противно мне, мне так... Курс изменен. Переживите штурм. Вот тут, наверное, я не слышу. Чё-чё? Или вот тут, наверное, чем нас больше, тем лучше, лучше, иначе все погибнут, скорее всего. Ну да, типа, чтобы, как знаешь, по-моему, в Ведьмаке такое было. Чем больше народа, тем больше шансов, что все, ну, заебись закончится. Да, да. Ну да, то есть думаешь, это финал, и этот к нам реально... Не знаю, чувак, не знаю. Во! Нога! Кто там? Еще одна нога. А я догоню. Салима убивают. Профессора убили. Демоны, ты был прав. Слышишь?
Он такой сейчас, демон, и ты был прав. Пока он по ним стрелял, он не верил. Да. Ну пока не убили. Тогда, когда демон его взял за бубенчик и поднял на метр высоту, такой, демон, и ты был прав. Чувак, профессор, понимаешь, возможно, он либо играл, либо видел Man of Medan. Потом он участвовал в Little Hope. И все там было не настоящее. Сейчас он убедился в этом. Ну, знаешь, будет круто, на самом деле, если они как-то вырулят, что это все тоже не по-настоящему. Я не знаю, вот когда этот женец ТПшнулся к библиотеке, и вот эти воронов показали, такое ощущение, как будто они, ну, прям конкретно продемонстрировали, что мы пошли в мистику. Ну, пора, на самом деле, пора. Они уже игры сделали вот эту вот обманочку. Типа, что ты от третьей игры уже 100% того же самого. Тем более, да. Здесь как бы так таковой интриги нет, вот если не считать эту ногу. Постоянно нога. Не знаю, что у тебя там было. Я вангую, это китаец. Нет, это нога в сандалии, это древняя нога. Понимаешь, в чем дело? Тут нам сейчас не показали особо, а вообще... Это... Ну, да, остается только Курума. Курума это, скорее, не Бака, а Курума, потому что он у меня последний умер. С другой стороны, он конкретно умер, а вот Баку нам не показали. Именно, что Бака просто упал, да. И потом его просто утянули в темноту, но он был при этом жив. А Курума он мог... Еще, Курума, да. Удастывали. Точно. Да, тогда это Бака. Слушай, а получается, если бы заебись сыграли, то их там было бы двое, например, да? Возможно. А как они все еще живут, как вот эта баба обращается? Я не знаю, у меня прям мутная история с вампирами этими. Демон, это был прав. Убийца вампиров. Хельсинг, блядь. Нога, видишь? Опять нога. О, да он вообще мумифицированный. Клыки у него как у этих. Странное решение. А, ну потому что вампир, да? Я на самом деле не это думал. Я думал, там было написано, типа, воспользоваться винтовкой или воспользоваться распятием. Я думал, он достанет, типа, колышек, потому что там был момент, когда мы такой, типа, колышек где-то, ну, достали, типа... Я думал, я сойду. Я не думал, что он по-дебильному достанет обычный крестик, потому что тыкает его в лицо. Жалко, если он умрёт по такой глупости. Я не хочу это переигрывать, это, знаешь, этот мир был настолько наивным и трусом всю игру, что это, знаешь, это прям вписывается в канон, на мой взгляд. Ой, жесть. Что, знаешь, по-другому он и не мог поступить. Ну, на кого похож этот... Курума. Курума, да? Курума, да. Ну, то есть, тот этот... Эй, Гандун. Гандун. Да, это Эй, Гандун. Повернись в другую сторону, Салим. Ух ты, ёп. Фига себе! Да я правильно сделал... Чё, неправильно сделал? Ну скажись, распятие это было верно. Да. Смотри, Курум отвлекся на дебильное распятие, и поэтому не стал его убивать. Курума свой человек. Да, если бы я начал у него стрелять, Курума бы такой сразу типа...
Гандон. Хлебал, закрой. Эй, Гандон. Эй, Гандон. Не, ну смотри, по идее, он типа он ему начал показывать распятие, но он же молчал при этом, да? Угу. Слушай, а это вопрос. Ты сейчас видел, что происходило, как я отстреливался или нет? Да, 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 видел. Ну и что, рассуди? Что, мне нужно было по бабе стрелять? Ну, я имею в виду в нижнюю. Решил, как решил. Я думаю, тут, скорее всего, был вариант, типа, либо ты спасаешь бабу, умираешь сам, либо ты выживаешь сам, умирает баба. Ага. Вот, вариант, я думаю, примерно такой. Я, конечно, надеялся, что я шмальну вверх, а потом шмальну это. Блин, ну что-то солим. Вот видишь, похоже, довольно много таких выборов с подковыркой, как вот тогда, типа, с веревкой. С веревкой, да. Типа, как сейчас, вот, возможно, если бы я стрелял из автомата, то нигер бы погиб, а я выбрал дебильное распятие, и вроде вышло нормально. Вроде у нас плюс один, да? Вроде у нас плюс один теперь в клубе. Докажите, что Иисуса нет. Да. Плюс один благословение просто получил, вот и все. Да-да-да. Есть, нет, Иисус. Блин, этот... О, она напала! Вау! Не зря, ну ради этого хотя бы зрелище. Плюс он гандон, поэтому... Не вижу проблемы. Ну чё, всё просрали, что ли? Ну, девку у нас убили, жалко. Альфа-самку убили, походу. Прости, Вова, мы всё просрали. Да. Вот жалко, мне хотелось, чтобы она дотянула до финала. Было бы прикольно, конечно, если бы они втроём дотянули, чтобы треугольник развивался дальше. Мы ещё не знаем, финал-то или нет. Нет, я имею в виду, тётка-то точно умерла. Связывайся с морпехами. Старшина выжил. Да, а тетка под таким же хуй его знает. Я, ну, я старшина, если что. А я Салим. И у меня опять автомат потерян. Я пришел с миром. Не с места, сука. Ну зачем ты мне это говоришь, блядь? Я не тебе конкретно обращаюсь, я к этому мудаку. Мы же недавно, по-моему, порешали все. К стулу привяжешь, блядь, да? Один. Кто еще выжил? Все произошло быстро. Думаю, тут только мы. Только мы, да? Вот это заебись. Заебался я уже объяснять американцы. Не желаю тебе зла. Клянусь. Еще бы. Винтовка-то у меня. Вообще, я просто рад видеть человека. Я тоже. Спасибо, что хоть человеком назвал, а не обезьяной. Расист херов, блять. Нигера шпунял, проебал, теперь одинок стал. Нового нашел. Твой друг сказал. Поменял одну обезьяну на другую. Да, ура. Да. Не, ну видишь, ты сначала издалека начал. Такой, хоть человеком да. Назвал, типа подлезался. Со следующим диалогом такой достаю из кармана ошейник, говорю, надо. Да, и... такой шипованный такой. Ты чем питаешься, да? Так? Да, тебе да, чем покормить? Бананы или бананы. А потом там типа такое, ну раз выбор такой, то наверное бананы. Извини, бананов нема. Да. Будешь грызть то, что дам, к ноге. Да. Будешь землю жрать. Моего врага, мой друг. Это не всегда так. Но если мы хотим выжить, нужно быть заодно. Меч,
и щит. Это было в прологе. Многовато слов, как по мне. Но я за. Слушай, может быть, вот эти именно двое в любом случае до сюда всегда доживают? Не факт. Просто видишь, как бы сейчас оборачивается сюжет, как в прологе. И помнишь еще в самом начале, я же мог тебе в спину выстрелить. А ты мог убить моего сына, то бишь, там такая бы могла, видишь, обыгрываться. Ты убил моего сына, а я пытался убить тебя, и мы теперь рука об руку будем там идти до, например, к финалу, как в прологе. Ну, я думаю, это как бы, ну, в теории может быть такое. Может. Так что зря я не спас бабу, вот что я знаю точно. Сука, я был бессмертен.